сон, мандрівка в таємничий світ чи звичайна фізіологія? Як розібратися в образах, що приходять до нас вночі? Залишайтеся з нами. Про сни сьогодні говоримо вдома з нашим експертом Ольгою. З точки зрення фізіологічного процесу, сон – це механізм восстановлення. Інформація про стан його психіки. О состоянии его внутренних коммуникаций с самим собой, да, даже иногда между собственными органами, да, или коммуникация, насколько простроена коммуникация с внешним миром и социумом. Ще Зигмунд Фрейд казав, що сни – це королівська дорога до нашого несвідомого. Багато хто намагається розшифрувати сновидіння за допомогою тлумачних книг, але чи можна їм довіряти? У кожного чоловіка своя система символів. И это определено его и опытом души, и его собственным опытом в этой жизни. Поэтому для кого-то вода может значить одно, да, там очень говорят про сексуальность. Для кого-то вода – это про духовность, а для кого-то вода вызывает дикий ужас, потому что у него есть опыт. У снах ми можемо бачити наші переживання за минулий день. Тоді як розпізнати інформативний сон та звичайну фізіологічну реакцію? Ми можемо тільки почувствувати. Вот когда он эмоционально заряжен, мы проснулись и вспомнили, значит, в этом что-то есть. Если вы визначили, что саме сьогодні вам наснився важливий для вас сон, спробуйте в ньому розібратися. По-перше, згадайте все та грунтовно запишіть. И он уже входит в какое-то интересное состояние. Потом, оказывается, каждый объект сна, не только то, как он себя чувствует, а каждый объект сна, дома, деревья, погода, предметы интерьера, вот все, за что он зацепился взглядом во сне, это все наделено его проекциями, это все о нем. И вот предлагается человеку войти в один персонаж сна и побыть им. И можно позадавать ему вопросы, и можно выудить море информации, в другое, в третье и так далее. Така робота допоможе гармонізувати себе, а можливо, як наслідок, і власне здоров'я. Адже в самій людині вже є ключі до вирішення проблем. Але на перших кроках все ж таки варто звернутися до спеціаліста. Ми знайдемо собі мільйон оправдань і підвернемо це так, як нам вигідно, да? Потому что, ну да, любое внутреннее изменение, любое осознание – это всегда труд. Внутренняя работа вообще самая сложная. Поэтому желательно обратиться к психологу, психотерапевту, ну тем, кто с этим работает. Іноді декого вночі бентежать страшні сни, які залишають неприємні спогади на цілий день. Що можна порадити? Мы нашим сознанием утверждаем те или другие события, которые с нами происходит. Что-то из подсознания вылезло, да? Но я это не утверждаю, потому что я иду другим путем. Я формирую свою счастливую жизнь. То есть, если плохой сон, просто переключите свое внимание на что-то другое. Попробуйте выудить какую-нибудь, если там есть важная информация, выудите ее для себя. Но зависать там не надо. Отже, дивіться сни не тільки для відпочинку тіла, а й для розвитку душі.